Всем привет, ребята. Ну что, у нас сегодня будет очередной обзор. Я думаю, старой забытой имбы. Вольта я вам показал. Реально очень-очень неплох стал. Сегодня у нас будет обзорчик на такого вот Некроса. Да, герой офигенный, но опять же с выходом Фрейда и остальных героев его начали очень быстро сливать. Посмотрим, что у нас сейчас изменится. Давайте такую сборочку сделаем. Возьмем пакт. Для начала попробуем. Или даже давайте не так. Чтобы он не сливался на... отражалки. Сделаем восьмерочку. Вот такая вот у нас будет сборка. Оставим панчбокса, пусть будет. Так, передача. Снаряги, сейчас я гляну, как он у меня собран. Ну, такой вот вариант. Обычный, простой, скажем так. Нету там куча уклонений всего, хотя можно это все сделать. Так, окей. Поехали. Давайте статки его глянем. Девять восемьсот плюс 23, 300 плюс почти 500. Плюс у нас будет 2 живы. То есть такой вариант, в принципе, неплох. Он раньше использовался в PvP локациях, там на битве гильды, на атаке, на дефе, но потом со временем он стал не особо актуален, потому что его сливают очень быстро. Вот видите, как его огник просто разбирает. То есть вроде казалось бы тоже донатный герой, но все, его просто нет. То есть даже прорыв, ну хотя в принципе против огника мало кто нормально будет тащить. Но опять же сливается очень быстро. Если хотите, можем потом потестить, прокачать ему огненку как вариант. Вот смотрите, что Фрейя с ним делает. Не знаю, мне Вольт даже больше нравится, чем Некрос. Да, Некрос кайфовый, все дела, но реально не то что-то. Вот ограничения видели от ржалки, от Асуры. Ну и все, Фрей его вытащил. Ну, 81% все-таки как-никак вытащил. Такс. Да, 9000 отраженный. Ну, против Хрона, например, хотя он баф Хрона снимает, но против Асуры и прочих героев с отражалкой все-таки этот новый талантик очень хорошо заходит. Ну, что-то вообще печаль. Что-то маловато жизни. 542 получается. Это 70. Ну, где-то так же, как и показывает. В принципе, плюс-минус. 700 этих К. Ну, никак его не спасают. Поехали на PvP локации, на аренку. Он сам по себе герой уже не настолько имбовый, как раньше. Раньше его очень все боялись, так как он снимает баф, имеет отхил, что немаловажно, ограничения, иммуны, но, как видите, все равно. Вот, раз-два, и все, его нет. Как-то вот так вот, печально все. Ну, видите, с новым талантом, чисто на отражалке, да. Давайте попробуем. Поставим ему священный огонь. Думаю, такой вариант будет поинтереснее. Посмотрим, что с этого получится у нас.
Где там наше СО? И уберем это, поставим ангела. Ну, в таком варианте он сейчас должен, по идее, нормально тащить. Давайте на рейдах затестим. Опять же, мне, наверное, огненка больше нравится на нем. Ну, на девятке, я имею в виду. Ну, все равно Фрейя 350, 350 и все. Но сейчас, как видите, у него 922 тысячи уже. Это уже немало. Не 500, не 700, там, малям почти. Но все равно его шатают. 470, 400, 350. Жесть. Вот вам, ребятушки, Фрейя. Ну, что от нее спасет? Только какое-то ограничение урона. Больше ничего, реально. Посмотрите, все равно шатают миллион. Миллион жизни, ребята, его просто тупо как будто нет. Вот смотрите, минус 500, минус 500 и все. Вот как-то так. Так, окей, давайте поехали дальше. Что у нас тут следующее? Давайте на экспедиции тут потестируем. Тоже будет интересно посмотреть. Так, это понятно. В общем, вот так вот, не знаю. Мне накрас, мне вольт намного больше понравился. И, в принципе, в этом есть даже свой... Есть, знаете, думаю, почему, потому что там и ослепление, там и урона дофига, и герой намного имбовый, чисто пвпшный такой. Этот, конечно, бьет классно, все, но какой-то он не такой, как хотелось бы. Хотя, блин, он дороже, чем вольт, и донатный, но, как видите... У нас добавили кучу новых героев и новых талантов. Так, ну, урон вроде есть, но толку от этого. Себе. Сейчас я быстренько Минотавром дойду, чем подальше. Вот Минотавра сразу заметно, да? 20-й прорыв. А тут как-то так, ну. Вообще непонятно, есть он, нету его. Ничего себе, что это было? Минотавр, что это такое? Просто жесть, смотрите, Минотавр до конца не добил. Странно, 48% всего. Что-то вон, что-то тут не так. Все остальные базы на 100 вылетают, и там 48. Может, там где-то юниты, хотя я вроде юнитов и не видел. Странно. Так, Фрейя, ну, попроще героя, и смотрите, его все равно сейчас ушатает, мне кажется. Стрелок сейчас вместе с Фрейей пусть только зарядится. От Хилурину 111, мы его по 70 критом бьем. Это серьезно. Это считайте на 20, а 230, не, тут получше все-таки уже бьет. Может, все-таки не все так плохо.
Рину он однозначно не осилит, Анубиса. Бигфута еще может сольет. Но Рину вряд ли. Хотя и Бигфут, если начнет сейчас заряжаться, то осилится. Что-то странное какое-то. Вот самый надежный. Это Ара, 20-й прорыв. Надо будет вам на него тоже сделать обзорчик. Ну, как видите, он Рину Некрос не может убить. Что уже говорить про других героев? Не, ничего себе. А вот настало время Фрейя. Так, смотрим. Мисс 140, 120. Ну да, урон уменьшился, но все равно каждая плюха, блин, по 300. Это нереально просто вытащить. Ого, нифига себе, 2 миллиона. Что такое было? Нормальное такое усиление, да? Или это мне показалось? Скорее всего, не показалось, судя по тому, как Фрейя дамажит. Да, ребята, 2 миллиона 112 жизней, офигеть. Это да. Круто. Ну такое, дальше смысла нету. Да и возможности нас слили. Так, окей. Ну поехали, думаю, на самое интересное на сегодня. Собираем, давайте сборочку все-таки на урон. Именно на урон, потому что нам надо будет сейчас протестить. Берем сюда пакт. Идем в забытую. Подземки, я не знаю. Ну, давайте еще подземки, кстати, тоже сейчас можно таким попробовать фармануть сборкой. Я не думаю, что он там особо... Многие используют его еще на древних. Там он тоже вроде неплохой в некоторых локах. Так, смотрим. Ну, дамажит чуть-чуть в такой сборке, конечно же. Смотрите, по чуть-чуть тащит. Ну, 4 миллиона. Ну, плюс его то, что у него зональный урон. Это однозначно плюс. Ну, не знаю, вроде неплохо. Такое. Так, окей. Поехали. Самое интересное это забытое. Есть еще какой-то с Некросом, поехали. Мне кажется, он сейчас сольется очень быстро. Фига себе. Ого. Как-то неожиданно. Честно говоря, для меня как-то это было очень неожиданно. Прикольненько, однако. Сейчас посмотрим еще. Может, он действительно будет нормальный. Интересно. С панчбоксом, кстати, вот тут вот в такой сборке. Плюс он имеет возможность 2 раза еще резнуться. Почему бы и нет. Ничего себе, Атлант. Включился? Не, не успел. Или включился? Да, включился. Жесть. Почти чуть не слились. Так, отлично. Еще раз идем на Сурика попробуем. Ой, тут Огник, Асура, Стрелок. Все дела. Дас видос просто сказали. Ну, как видите, против таких вот пачек, да, там
у которых нету, ну, бездонатных обычных игроков, он еще, возможно, будет тащить. Но против топовых это не то. Неплохо. Но опять же, это не максимум. А у меня герой максимальный. Правда, ну, не с уклонением, там, ни с тем, ни с тем. Но все равно, как видите, если посмотреть на обзоры других героев, да, он немножко тащит, но это чисто 20-й прорыв, но имбовости он ему особо и не дал. Дал больше жизни, но это его реально не спасает. Ну, просто без вариантов. Да. Что я могу вам сказать? Хотели увидеть Некроса на максималке, увидели, но что-то такого имбового, честно говоря, я для себя не увидел. Даже того, что он будет в основе, никакого намека нет. Обменялись любезностями, посливали друг друга. Так, окей. Ну, не знаю, ребят, что вам сказать. Вот такое вот говнецо. Не знаю даже. Даже не знаю, что вам на это ответить. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.